Смотрите в проекте «Парламент онлайн». Те же самые 500 тысяч будут уходить на вот это вот обслуживание дома. И тогда он не видит для себя перспектив. Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж? Где свободна вакансия на 600 тысяч? И как предлагают изменить отработку грантов для выпускников? Обсудили. Работающим пенсионерам в Казахстане хотят приостановить выплаты. Министр труда и соцзащиты опровергла эту информацию. Как депутаты отреагировали на скандал? Об этом и не только. В пятницу в 20:30.